Кінець грудня – це завжди підведення підсумків майже минувшого року і планування наступного. Але одна справа – записати собі усі плани в список, 10, 20, 100 планів, але зовсім інша справа – їх виконати і втілити в життя. Якщо ви стикалися з тим, що ваші плани не втілюються в життя, не стають реальністю, то, напевно, ви не зовсім правильно спланували свій рік. Психологи Юлія Сулаєва та Дмитро Кущ поділяться з нами, як же ж правильно потрібно скласти плани на новий рік, щоб 2020 був більш успішним. Доброго ранку і вітаю вас із прийдешнім Новим роком. Хочеться одразу вас запитати, Юлія, на вашу думку, чи потрібно взагалі визначати цілі на рік, чи можна, в принципі, плести собі за течією і буде, як буде? Ну, однозначно рекомендации для всех не существует. И даже в разные периоды жизни. Иногда нам уместно ставить амбициозные высокие цели, а иногда неплохо и расслабиться, и немножечко поплыть по течению. Однако же исследования психологов утверждают, что люди, которые ставят цели и максимально четко их прописывают, в целом наиболее успешные. В одной из английских колледжей проводили такое исследование. Выпускников перед тем, как вручать дипломы, попросили заполнить анкеты, где надо было прописать свои планы. И сделали такое исследование. 3% из заполнивших анкеты имели четкие, конкретные, прописанные планы. 7% имели такие приблизительные планы. И 87% точно не знали, что они хотят и чем будут заниматься. Через 15 лет провели повторное исследование и подсчитали, сколько же люди зарабатывают в целом. И вот эти 3% имели 80% денежной массы от всех выпускников. И это подтверждает то, что цели прописанные, они продвигают нас к нашим достижениям. Однако при постановке целей не лишнее помнить о некоторых моментах. Первое. Сам способ достижения цели должен вам доставлять удовольствие и радость. Потому что если мы насилуем себя, принуждаем, мы постоянно несчастны, перенапряжены, то ну, из этих периодов достижения цели и складывается наша жизнь. Хорошо бы при постановке цели учитывать не один какой-то сектор жизни, а несколько. Пусть это будет работа, семья, отдых, здоровье, путешествия, развитие, все, что для вас ценно и важно. И при постановке цели нужно учитывать свою психическую природу. Есть люди рациональные, те, для которых важно четко понимать, что, когда, последовательные такие. Для них важно прописывать цели конкретно, что, когда будет в вашей жизни. Есть люди, которые имеют иррациональную природу психики. Для них достаточно понимать направление, по которым они будут двигаться. И вот с учетом таких небольших рекомендаций можно превратить достижение самых амбициозных целей в увлекательное путешествие и быть не только результативным, но еще и счастливым. Ну, а як же все-таки бути ефективним? Адже, ну, справді можна записати собі всі плани і уявляти, як вони будуть реалізовуватися. А як же ж все-таки правильно їх запланувати, аби вони стали реальністю? Дмитро, от як ви думаєте, чи варто планувати на цілий рік вперед, чи можна, не знаю, розділити на якісь квартали, там, поставити собі цілі на найближчий час, на зиму, на весну? Вот люди, когда узнают о планировании, они видят несомненную пользу от этого, конечно. Но большинство пугаются от того, сколько нужно выполнить работы, чтобы эти планы воплотить в жизнь. И вот знаете, самый, наверное, простой способ как-то свою жизнь улучшить, это не сразу строить свои планы, а поступить так, как мы поступаем обычно за новогодним столом. Мы ведь не сразу встречаем Новый год. Мы сначала провожаем старый год. И вот самое правильное – это оглянуться назад и посмотреть, что было сделано за прошлый год, какие были сделаны ошибки. И это даст нам возможность как-то спланировать следующий год, избегая этих ошибок. Либо, допустим, вспомнить те достижения, те успехи, которые были у нас. И опять же, это даст нам какую-то подсказку. Это будет первый шаг такого, знаете, схематического планирования. И мы сразу же избегаем вот этой вот рутины, которая многих может быть испугать. Хотя в то же время мы должны все четко понимать, что у нас есть желания и мечты. И вот кто-то хочет чего-то такого большого, огромного, а достичь этого сразу, ну, вряд ли получится. Тут нужно быть немножко реалистом. Поэтому четкое понимание того, что большая цель, стратегическая цель, она всегда состоит из маленьких тактических шагов. Ведь мы, если у нас возникает такая мечта, например, либо желание выучить иностранный язык, мы ведь не можем это сделать так, что вот я хочу и спланирую так, чтобы я через 3 дня знал
этот язык. Это не может быть. Здесь придется закладывать год. И этот год нужно будет разделить на тактические маленькие цели. Знаете, как говорится, длинный путь в 100 миль состоит из миллиона маленьких шагов. Поэтому любого слона мы должны кушать по частям. Это нам гарантирует, во-первых, то, что мы не будем сгорать по пути к этой цели. И каждый раз будем видеть какие-то свои маленькие результаты и победы на пути к этой цели. Вот это, наверное, был бы оптимальный вариант, который даст нам полностью воспользоваться всеми преимуществами этого планирования. Дуже хотілося б так взяти і за три дні вивчити якусь мову, це було просто прекрасно. Я думаю, що саме це бажання я би собі написав. Знаєте, от є така традиція писати на листочку, там якесь побажання, підпалювати, там потім це все в шампанське, випивати, і це все треба встигнути там до закінчення року. Юлія, от як ви ставитесь до таких традицій? Чи це все-таки допомагає, чи це просто така розвага? Ну, для того, чтобы ваши цели и мечты сбывались, не обязательно есть или пить пепел. Для нас такая традиция – это такая небольшая поддержка, чтобы мы верили в то, что мы загадали, то, что мы хотим, в нашей жизни действительно произойдет. В разных странах разные традиции. Например, в Германии существует традиция: во время боя часов нужно подняться на какое-то возвышение и с последним боем курантов подпрыгнуть и выкрикнуть свое желание. А в Испании и в некоторых странах Латинской Америки с каждым боем часов люди съедают по одной виноградинке. Вы совершенно спокойно можете придумать какую-то традицию, потому что в Новый год хочется верить в чудеса. И если вам нужна поддержка для того, чтобы укрепиться в своей вере, в вашу мечту, в себя, почему бы нет? Ну, пускай это будет, возможно, объятие с близкими, можно взяться за руки или съесть хотя бы вкусную конфету. Но и в Библии написано: по вере вашей дано вам будет. Очень важно просто верить в то, о чем вы мечтаете и в то, что вы хотите. Все наши достижения, достижения цивилизации когда-то были чьей-то мечтой, а потом стали чьей-то целью, а потом стали реальностью. Це дуже така мотиваційна ваша цитата. Дійсно, все те, що ми зараз маємо, це все колись були мрії. Хочеться у вас також запитати про те, в якому форматі варто взагалі планувати свій рік, чи, не знаю, писати на папері, чи писати в гаджеті. Як, наприклад, ви це робите? Ну, изначально считалось, что то, что мы не только продумываем, но и записываем своей рукой, запоминается лучше. Вы знаете, как технологии не останавливаются, они идут каждым годом все более-более широкими шагами. И на сегодняшний день есть отличная возможность. У нас у всех есть гаджеты, есть планшеты и великолепные программы, которые позволяют не только вписать туда все большие цели, стратегические, может быть, даже не на год, а на 5 и на 10, там, по карьере. Вписать это туда, поставить себе напоминание, и у вас будет, знаете, как вот свой тренер, который периодически будет вас дергать и показывать, что вы вот не выучили сегодняшние 5 иностранных слов, которые вы планировали учить каждый день, чтобы через год уже знать, например, 1200 слов. Поэтому есть смысл, наверное, все-таки переходить, идти в ногу со временем и вот эти вот технологии в нашу жизнь понемножку внедрять. Ну, к тому же, они позволяют нам не только, знаете, как вот держаться одной цели, а электроника позволяет нам сразу удерживать в поле внимания сразу несколько целей. Все которые будут для нас достаточно важными. Ну, або можна поєднати якось і на папері собі записати, і для підстраховки в гаджетах повсюду, я думаю, розставити нагадування. І от зараз такий починається дуже розслаблений час. У нас вихідні, в багатьох канікули, в багатьох відпустки. Як же ж все-таки варто розпочати свій рік для того, аби наблизити як можна швидше свої мрії до реальності? Чи варто, от починаючи із завтрашнього дня, там, починаючи із першого дня Нового року, уже починати рухатися далі? Чи все-таки дати собі відпочинок і дійсно канікули провести в дуже в такому легкому форматі? Отдых себе давать вообще очень полезно. Мобильный телефон, чтобы у нас работал регулярно, его нужно заряжать. То же самое нужно заряжать и нашу психику, и нашу физику. И это наша ответственность – обеспечить себе классный, качественный отдых. А новогодние праздники – прекрасное время, чтобы это сделать. Займитесь тем, что вас радует и что вас наполняет. Нас наполняют вещи, которые доставляют нам радость и удовольствие. Можно прям составить список из дел, которые делать вам в кайф, и заняться ими в новогодние праздники.
Также хорошо бы пообщаться со своими родными и близкими, потому что в беготне и в цепи достижений иногда на это нам не хватает времени. И когда вы почувствуете себя наполненным, можно переходить к планированию. И я вам предлагаю начать Новый год с какого-нибудь нового дела. То, чего вы раньше никогда не делали, но то, что вам всегда хотелось. Любое новое дело, любая новая информация – это новые нейронные связи в коре головного мозга. Это расширяет наше пространство, расширяет наше восприятие. Поэтому вот такая рекомендация, возможно, будет тоже замечательной новогодней традицией и позволит шире глянуть на свої можливості. Звичайно, плани планами, але потрібно дати собі також відпочити. Дмитре, от хочеться підсумовуючи вас також запитати якісь практичні поради. От як все-таки зробити наступний рік ефективнішим? Можливо, все-таки завдяки плануванню. От як зробити його більш продуктивним? Саме головне в будь-якому ділі – це, мабуть, дійство. Тобто це ті шаги, які ми, собственно говоря, совершаємо. І от якщо ми якусь ціль, якусь мечту для себе вибрали, нам її для того, щоб достичь, потрібно прогнать через ряд фильтров. И вот первый вопрос, который мы должны себе задать, независимо, что мы делаем, либо это иностранный язык, либо кто-то хочет постройнеть, либо кто-то хочет сделать ремонт. В любом случае нужно все эти цели прогнать через определенный алгоритм. И вот первый вопрос, который мы себе задаем, и то условие, которое нужно соблюдать, эта цель должна быть конкретной. То есть я хочу выучить язык, это что-то размазанное, это не конкретно. Я хочу говорить свободно на бытовом уровне, это уже лучше. Второй фильтр – это измеримость данной цели. Как мы можем определить, достигли мы своей цели, либо нет? Если, допустим, мы говорим об иностранном языке, то мы, например, можем сдать какой-то квалификационный экзамен, и это подтвердит, что мы цели достигли. Если же мы идем к стройному телу, то, например, это вес, который мы должны достичь за это время, то есть измерение. Дальше. Цель должна быть реальной. Она должна перейти из области мечты в что-то более земное, более реальное. Понятно, что если человек ставит себе цель, как вот мы говорили по английскому языку, через 3 дня им овладеть, эта цель нереальная. Нужно что-то более приземленное, более понятное, то есть то, что вам по силам. И знаете, вот часто в спортзале слышу такие фразы: мне через неделю на поездку в Турцию мне нужно сбросить там 8 килограмм или 10. Это звучит даже как-то так немножко пугающе, там, с медицинской точки зрения. Дальше. Мы должны сделать еще один такой немаловажный шаг. Мы должны вот эту вот свою цель, эту свою мечту сравнить с целями другими в своей жизни. Она не должна поглощать все, что у нас есть, и то, что мы имеем. То есть можно бросить все свои силы на достижение этой цели, но вы представьте себе, сколько в нашей жизни может пострадать от этого. Ну и последний шаг, который следует сделать, это определить время, за которое мы достигаем этой цели. Этот шаг очень важный, потому что он нас организует, он там, знаете, вот держит нас в рамках и не позволяет уйти куда-то, расслабиться, а конкретно делать хоть маленькие шаги, но всегда по направлению к нашей цели. Шагов немного, они простые, нужно только собраться и сделать. И год наш будет совсем другим, гораздо лучше, чем прошлый. Дуже дякую вам за цінні дійсно поради. Сподіваємося, наші глядачі і глядачки візьмуть собі їх на увагу. І ваший рік дійсно пройде дуже продуктивно, і всі ваші мрії здійсняться. А я хочу нагадати, що у нас в гостях були психологи Юлія Сулаєва та Дмитро Куч.